Всем привет, дорогие зрители и драгоценные подписчики. Вы смотрите канал Alex Fry Channel, и мы продолжаем прохождение Half-Life Source. Итак, в прошлой серии мы с вами убили огромного, здоровенного зеновского кракена. Блин, я не знаю, почему мне иногда на мышку нажимает. Или же у меня мышка глючит, или типа того. Но, тем не менее, почему-то иногда у меня выстрелы происходят. Наверное, у меня там... Что-то заедает. Загрузим-ка вот это. Вероятно, у меня там мышки что-то заедает. Я не понимаю, почему у меня так в Far Cry 3 иногда было. Хотя там я просто Е нажимал, и это было с клавиатурой. Но иногда почему-то у меня, когда противник уже убил, какое-то время... Вот видите, опять... Происходит нажатие. Спускаемся вниз. Это чудище у нас там подгорело ниже. Аккуратней только. Фу. Вот эта гадость. Хорошо, охранник сказал. Убей ее, пока она еще не выросла. Так. И извечный вопрос, куда же нам дальше? Похоже, в бок. В бок ведь? Вот так. Далее спускаемся вниз. Счетчик Гейгера у нас тут пищит. Заряжаемся. Наверное, пожалуй, я после Half-Life, ну не прям после Half-Life, а потом еще обязательно буду проходить Black Mesa. Это фанатский мод на Half-Life Source, который разрабатывался около 8 лет. Так, аккуратней, аккуратней. Вот так. Будет интересно глянуть на фанатский ремастер. Все дела. Сохранение. Обязательно. Абась. Ой. Ну-ка. Никаких там. Нам надо здоровье беречь. А, блин, лестница же есть. Ну да ладно. Разгонимся, что ли? Ай, нет. Так не пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой, опять упал. Как тут быстро Гордон бегает? Наверняка тут надо что-то сделать. А, покрутить вентиль. Понятно. Все, теперь спуститься нужно. Фу, слава богу. Погнали дальше. Куда нас дорога наша приведет? По ней. Фонарику дадим времени подзарядиться. Ой-ой, мы на хэдкраба что ли упали? О. Аптечка, неплохо. Минки. Хорошо так. Гуляем. Но только мне интересно. Раньше в Black Mesa моде не было мира Zen. Интересно, к тому моменту работали? Ой-ой! Кажется, я знаю, что тут надо. Бежим в ту сторону. Не отвлекаемся на них. О, господи. Куда нам надо? Куда нам надо? Сюда? Фу, похоже, сюда. Здравствуйте, вортигонтики. На. Нет, так не пойдет.
Блин, не на то нажал. Давайте-ка мы вот сюда. Приготовимся к худшему. Ай-ой! Вот так. Еще раз. Давай вот тихонько сюда. Ну где ты? Это будет немного геморно, скажу я вам. Ай! Такие деловые, а? Посмотрите на них. Клешни еще свои расставили. Как натуральные крабы. Но. Вот вам! Хотя стоп. Сыграем мы все это дело по-другому. Ай! Вот вам. Так, это куда у нас ведет? Угу, понятно. Может, гранатки используем? На тебе, вортигонтушка. Ай! Давай. Подбираем. О, а тут у нас что? Опась. Тут нам, похоже, придется переключаться. Везде эти существа. Угу, понятно. На тебе. Вот так спустились вниз. Да ну тебя, глупый хэдкраб. Ну, иди сюда. Хорошо, тут аптечка была. Так. Куда дальше-то пойдем? Не забываем сохраняться. Ой! Ха! Ну, мне тут даже отбиваться не пришлось. Вентиль здесь какой-то перекрутили. Так, а тут-то что у нас? Кто это там его утаскивает, а? Но зато боезапас подобрали. Ой! Вот тебе, 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 вот тебе. Ой! Не знаю, даже. Ага, понятно. О, получилось. Аптечку не дадите никакую. А вот же она.
Подзаправимся с аптечки. Ну. Хоть что-нибудь. Глупое разбивание коробок какое-то получилось. Ну, почти глупое. Заряжаем. Сейчас он тут будет. Да нет, так не пойдет. Где тут было? Только вот это, да? Угу. Сохранимся. Угу. Теперь вот тут. Ну, давайте сюда. А, знаю это место. Подзарядимся. Ах ты, козел! Пострелял и убежал, да? Фигушки. Ах так. Тогда как бы нам тут поступить? Ну, выходи. Эй! А, гранатомет же есть подствольный. Тогда вот так. Перезарядимся. Сделаем вот так. И опа! Ну? Вылезешь там, козел? Не хочешь вылезать, да? Вот тебе. Вот, да. Вот вам. Вот вам. Ух. Ну что ж, на страх и риск попробуем вот так. Пойдет. Прыгуны чертовы. Ага.
Вот черт, надо отойти тогда, получается, вот так. Потом как бы тут. А если вот... Прям вот отсюда, вот так. Сложноватое местечко получается. Бамс. О, у нас тут, оказывается, патронов еще дофига. Вот так. Их, по-моему, Булсквида зовут. Насколько я знаю. И что там стал? То есть... М? Нечего там стоять. О, какой деловой бежит. Сохранились. Вот так. Ну. Похоже, что-то надо сделать. Хм. Может, как туда попасть? Или же нет? А, мы же вот это не разбили. И сюда не пошли. Собираем, сохраняемся. Еще раз. Сохраняемся. Давай. Есть что? Да, чуть-чуть есть. Сойдет. Угу. Внизу мы были. А, тут же мы еще не были. Понятно. Что же, развернемся. Так, это у нас уже давно не работает. Попробуем спуститься. Вот так. Вортигонтиков здесь поубивали. А, ладно, откроем. Так и быть. Лай-лай-лай-лай-лай-лай. Ну? След из трупов у нас здесь. Может, ту гадину как-то надо попробовать завалить? Ай. Назад. Нервируй. Вот те. Понял. Так. И вот сюда. С этим надо что-то делать.
отойди от меня. Основное питание выключено. Питание выключено, говоришь? Основное. Что ж, побежим сюда. Выключено. Отсюда мы пришли. А теперь вот так. Газанули, газанули, газанули. Не, что-то тут не то. Надо бы разобраться. Что-то нужно сделать с теми двумя вещами. Попробуем вернуться обратно тогда. Клетак. А там чего-то внизу. Если что, потом загрузимся. А там фигня сплошная. Вверх. Ой. Думал, сейчас сорвусь и жмякнусь. В ту сторону уж пойдем. В следующей серии придумаю, что дальше делать. Ой. Тут, блин. Сохраняться вовремя надо. Сохраняться. Не люблю в таких играх на месте стоять. Да. Так, угу. Сюда, 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 сюда. Тут у нас толком-то ничего. Это, насколько я знаю, у нас... Да. Что ж, пойдем сюда. Угу, это другая сторона. Похоже, нам реально вниз. Сохранимся. Перепрыгнем. Спустимся вниз. Вниз. Спустимся вниз, так сказать. Полазим. Так, тут мы лазали же вроде. Да и впрочем, куда нам еще? Что-то нам тут надо сделать. Power генератор off. Он, а тут off, значит. Окей. Что будем с этим делать? Тра-та-та-та-та. Фух. Не, надо тут разобраться. Но что у нас будет дальше, мы увидим в следующей серии. Новые выпуски выходят с понедельника по пятницу. Подписывайтесь на канал, поддержите лайком, заходите в группу ВК и советуйте друзьям. Ссылки в описании. А я пока разберусь, что нам делать дальше. Для вас играл Алекс Райченов. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!